Героиня Микки шла из школы домой, и неожиданно на полной скорости вылетает велосипед, который управляла Айя. И Айя... Привет, сегодня я расскажу про такое интересное аниме, как «Клуб настольных игр», которое вышло в прошлом году. Сюжет начинается с того, что главная героиня Микки шла из школы домой, и неожиданно на полной скорости вылетает велосипед, который управляла Айя. И Айя на велосипеде улетела в реку. Героиня Микки вынуждена была прикрывать Айю, когда та переодевалась в сухую одежду. И Айя попросила Микки провести ей экскурсию по городу, как она является не местной. Только что переехала в Киото. Опенинг и эндинг приятно слушать. На этом все. Всем пока. Увидимся в следующем видео.